Завершает мой грушевый конвейер груша сорт золотистый. Больше 40 лет этому дереву, но и не пытается оно сдаваться. Вот я его прикрыл с южной стороны ломоносом виноградно-листным. Было видео у меня, тоже это очень интересное такое растение. Лиана древовидная, единственная, пожалуй, в этой местности. Известно, что груша в тени очень хорошо себя чувствует и плодоносит отменно. Напомню о своем конвейере. Ну, вот местность узнаваемая. Тут я сад пытаюсь восстановить кизиловый. Итак, грушевый конвейер. Сейчас я обойду здесь. Раскидистые большие у меня кусты в тени растут. Смородины. Грушевый конвейер открывает у меня ранняя груша, любимица клапа. Затем продолжает дюшес, потом среднего срока созревания груша Беребоск. Вот я ее убрал, и видео было несколько на эту тему. И несколько у меня поздних груш. Одна из них золотистая, кюре, и еще есть таврическая. Таврическая с золотистой в родне. Сорт Бера есть у них. Правда, разных сортов в родителях. Золотистую я считаю более лучшей и более она хорошая груша, чем таврическая. Хотя таврическая самая поздняя. Она может сохраняться до нового урожая. Но вкус не тот. Золотистая, я считаю, что она превосходит и вкусом, и ароматом всех. И не только груши. Но если взять пресловутую пятерку эталонов вкуса: ананас, манго, маракуйю, банан, персик и примкнувший к ним дуриан, не пробовали? Ну, много не потеряли. Правды ради, все эти эталоны вкуса, за исключением персика, они заморские экзоты. И собирают их в стадии технической зрелости. Вы посмотрите, какой урожай, пятый десяток дереву. Ну, чему он обязан, этот урожай, потом. И собрали их вот экзоты в технической зрелости и везут неделями. А в целом и месяцы проходят, пока они попадают на стол. Если же брать виноград и персик, то не все сорта эталонные, особенно новоделы. А импортные так дуб-дубом. Снаружи очень красивые и большие, а на вкус бяка-бякой. Ну вы знаете, что там говорить. А, вот айва у меня тут. Уже убрал я ее. Так, кое-где осталось. Ветер был сильный, помог. Но продолжу. Очень поздно созревает золотистая груша. И убирается также в состоянии технической зрелости, чтобы под мороз не попасть. А потребительская зрелость наступает в конце декабря, к Новому году, очень вовремя, к празднику. Округлой формы. Ну вот, если ей создать условия, то вес достигает и 200 грамм. Золотистого цвета такая, маслянистой консистентности,
нежная, сочная, ароматная. А в целом вкус изумительный. Обычно говорят, такого и царь не ел. Ну действительно, когда создавалась эта груша, в 30-х годах прошлого века императора уже давно не было. Создана она в Никитском ботаническом саду. Вот есть две особенности в этой груши. В период созревания очень твердая у нее кожица. И плодожорки не по зубам. А затем вот поздней осенью иногда парша садится. Но, как говорится, наболтал горчицы, водный раствор и по парше. Очень хорошо помогает. И вкратце о ее достоинствах. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, ежегодного плодоношения и обильного. Плоды я уже говорил. А большие, крона в естественном состоянии пирамидальная. Но я не применяю обрезку. И под действием веса плодов ветви наклоняются, это видно. И крона становится плакучей. И дерево еще более урожайным становится. Но плоды мельчают. Вот я вам говорил, если там обрезать ее, уход нормальный, плоды до 200 грамм. Уже говорил я в каком-то видео, провели эксперимент в 60-х годах. Прошлого века, 60 лет тому назад. И оказалось, груши без обрезки дают урожай на 15-20% выше. То есть есть выбор. Или они крупные, большие, вот как эта айва огромная, да, или мелкие, но много. А у тех, которые, я говорю, обрезались, были крупнее плоды, но было их меньше. А насчет небольших размеров известно, что маленькие созданы для любви. Вкуснее они. Будем считать, что мое видео, вернее, что это видео объяснение в любви груши золотистой. Всего вам хорошего. Смотрите полезные видео.